Судя по перчатке, я за вами наблюдать, не вы за мной, судя по свету. У меня вот сразу объявление для вас. Найден кошелек в холле, так что, скорее всего, чей-то ваш, проверяйте. Внутри есть даже карточка Альфа-банка, так что узнаем владельца. Кидайте! Иди сюда. Свести приятно с полезным. Поздравим человека с тем, что кошелек найден. Ничего у нас не теряется. Можно поаплодировать, потому что человек нашел цель. Находиться. Эти овации специально для тебя. Это звездный час. Ты можешь выйти на сцену. И вдруг это не хозяин кошелька. Па-па-па-па. И все обратно заберут свои аплодисменты. Все верно. Поздравляем, и он выиграл свой кошелек. Не будучи участником, можно выйти на сцену и получить свой приз. Финансовый приз. Финансовый приз отчасти. А мы переходим к косплей-сценкам, и четвертым номером выступает Кико Дача энд Ко. Айно Экзорцист, город Санкт-Петербург. Встречаем! Мика, Мока, Микки Маус!
Yeah.
Ванна Рицука, Dance with Dells, город Москва. Встречайте!
кирпицы, город Санкт-Петербург, город Волгоград. Встречайте!
праздничному гей-дефиле. И по 11 номерам выступает Александра Элин, Terra Online, город Петрозаводск. Встречаем ее аплодисментами.
Танцовщица с цвет зеленого дракона, город Санкт-Петербург. Встречаем ее!
услуги, давайте все, знаете, как завороженные зрители, начнут, как любят американские каналы показывать, такие зрители все. Изобразим это, готовы? Давай, опять труп нашли. Сколько было? Я, кстати, вижу, реально там что-то внизу в виде трупа. Ну ладно, это другая история. Итак, все готовы? На 3-4. И 3-4. И мы объявляем блок IVFMV открытым. Приятного просмотра. Сай, Кагеру, Ратнарок онлайн, город Санкт-Петербург. Встречаем. Хорошо, а этот персонаж что вообще делал? Он продавал в Макдональдсе гамбургер, что это? Что он делал? Он как бы злодеем был. Хватит мин пытался. Короче, кормил всех гамбургерами в Макдаке. Он пытался захватить Gravity Falls, разорвать его купол, пройти весь мир и захватить весь город. Так каждый день все делают, в общем-то. Типичный злодей. Да. Ну что, поехали дальше. О, у меня есть принц, я даю ответ. Ведьма Блэр. Ну еще раз? Ведьма Блэр. Кто она была? Нет. На кошечке способности. Да, правильно, да, она была. С какими способностями? А вообще она была хорошей или плохой? Сейчас подойдет не подсказки. Оп, отвечай, давай. Она была нейтральной, она кошка. Черная кошка ведьма. И солнце. Отлично. Такой ты бы себе не завела домой. Нет. Хорошо. Давайте дальше. Принц, давай. А что она вообще делала? Она колдовала, пела, она была, может быть, в кей-попе. Кто она? Она приехала из своего города, как бы, из деревни, на испытательный год, и начала зарабатывать, разводя посылки. Слушай, мне это напоминает, знаешь, такую девчину Дарью, приехавшую из деревни, поступившую в МГУ. А кто? Давайте дальше. О, это моя
бывшая. А как ее звали? Помнишь? Эмили. Правильно. А она умела готовить борщи? Я здесь. Что? Что? Ну, что? А, боже, ты телепортировался, что ли? Да, я не немножко уличной магии. Ладно, я думаю, вы получили ее ответ. Хорошо, давайте дальше. Следующий. О! Это Каспия. А кто он? Мистрак. Молодец. А кто помнит имена братьев Каспера? И сразу же... Подожди. Сейчас, подожди, есть. Кто может ответить? Так, девчонки, передайте, пожалуйста, микрофон. Это был Толстяк, Вонючка и третьего я не помню. Печально. Прозвучало Толстяк как напиток 18+. Итак, продолжаем дальше. И тишина. Он играл на гитаре и пел на сцене. Поет, потому что он плохо. Правильно. А о чем он пел на сцене? Я думаю, это уже не важно. Ну ладно, на Евровидении увидим. Поехали дальше. О чем он начал петь плохи? Сейчас, принц, подожди. На Камчатке есть ответ. Покемон Ханта. А какие у него способности? Смотрите, я снимаю. Какой тип покемона? Тип покемона призрак. А что нужно было выкрикнуть, чтобы он появился? Ну что вообще нужно было сделать и выкрикнуть, чтобы он появился, вот прям вот появился, материализовался? Как обычно. Что как обычно? Я выбираю тебя. А тип призрачных покемонов хорош против какого типа покемонов? Этому даже была посвящена специальная серия. И все такие... Да. Вообще призрачные покемоны – это самые сильные покемоны во вселенной покемонов, и им ограничили. Ну, они против всех, они… Хорошо, скажите, а кто бы завел у себя такого покемона? Поднимите руки. Кто бы себе завел такого призрачного покемона? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50, 70, отлично. Ну, психические покемоны. Давайте дальше. О, это же майор Попов. Правильно. А как звали его призрака? Как? Оп, есть ответ. Лиза ее звали. Правильно. Хорошо, скажите, а он Шаман Кинг стал королем? Слышь, а с кем он сражался? Ты вообще, ты понял, что ты спросил? Да, конечно. Ты точно понял, да? Да. Ладно, да. Давайте дальше. У меня есть ответ. Сейчас тебе достанется. Оп. Да. Его звали Зак, и он очень надоедал Каролине. Это из мультика «Каролин в стране кошмаров». Дальше продолжаем? Да, давай.
продолжаем дальше. До Камчатки. Да, это Джейкоб. Джейкоб, хорошо. А в кого он превращался из оборотня? А вы думаете, Playboy бы там или журнал Максим позвали бы вот такого Джейкоба сниматься в журнале на главную обложку? Да. Это самый волнующий тебя вопрос? Да, но я бы купил. Thank you.
Центра. Я могу ее отвлечь.
все ослепли? Что, так плохо? Может, я тогда спою? Целые пальчики во сне твои шепчу запальчиво, я о любви. Целую пальчики, ах, вздыхай, да, мальчики, дай предпочтение мне. Ну как вам? Нам нужны еще варианты. Так, надвигаемся на нее толпой и поехали. Алло, барбосы, косолапим обратно. Мы пройдем, и ты не сможешь нас остановить, особенно меня, будущего Хагаги. Так, взяли свою верность в барсетку и бегом отсюда, пока коленки в ту сторону бурца. Я, походу, оказался в раю, раз передо мной появился такой ангел. Знаете, вы самая симпатичная, кого я встречал в своей жизни. Надеюсь, президент исправит мою ошибку в том, что я оставил свой пропуск по случайности. Ну что за чудесный молодой человек, так еще и такой красивый. Это не сравнится с вашей красотой. Проходи, красавчик, я загляну к тебе вечерком. Слева! Неудачники! Чего это какая-то массовка прошла, а главный герой нет? Остановитесь с земли, я сойду. What's the sound I hear behind my back? Я убью любого за вас, Баки. Знаешь чего? Не хочу тебя расстраивать, но до богини ей далеко. А ты слышал? О трех заповедях. Ты чуть не нарушил первую заповедь о вахтерах. Никогда, слышишь меня, никогда нельзя смеяться и обзывать их. Вторая заповедь. В случае совершения тобой ошибок, преподносите дары. Третье. Никогда нельзя спорить. Вахтер всегда прав. Надо этим воспользоваться. Неужели догадались, болваны? Как я погляжу, вы этих отморозков до сих пор не пропустили. Но вы же сами знаете, что они из нашей общаги. Естественно, особенно того усатого с таким выражением лица. А что тогда, помочь решили? А ты что, не рад или завидуешь, что я опередила тебя? Может, пропустите его, а то нам нужно собираться на съемки второго сезона. Ладно, ладно. Извините, женщина, а вашей маме зять не нужен? Примите нашу подачку в знак уважения к вам. А что там за третья заповедь была? Вахтерша. Всегда права. Громче и все вместе. Вахтерша всегда права. Значит так, урок вы выяснили и надеюсь, что вы его запомните на всю жизнь. А сейчас начнется мой дом 2. Так что ноги в руки и марш по своим комнатам. А вы куда намылились? Ну вы только что нас пропустили. Общежитие фильмов ужасов находится напротив нас. Вам не всегда, детки. Вы в этом уверены? Абсолютно. Да блин! Так персонажи из аниме смогли победить страшного Цербера и пройти в общежитие. Только они не учли один момент. Впереди их ждало новое препятствие. Но это уже другая история.
Спасибо.